В 2018 году продолжается благоустройство детских садов. Замечательным подарком воспитанникам Мишутки стали новые прогулочные площадки с игровыми и спортивными комплексами. На средства, выделенные концерном «Росатом», в нашем детском саду были заменены все уличные игровые формы. Ну, в частности, 43 малых формы – это качели, карусели, песочницы, домики, горки, 13 игровых комплексов больших и 5 спортивных форм. Для безопасности детей на 5 прогулочных участках под игровыми формами уложено резиновое покрытие. Все игровое оборудование сертифицировано, соответствует современным требованиям, безопасно, экологически чистое. Дети и родители очень довольны. Отзывы самые наилучшие. Со словами большой благодарности все обращаются и к нашим дорогим атомщикам, и к концерну «Росатом». Все благодарят, говорят огромное спасибо за заботу о наших детях. Детский сад «Мишутка» за последние годы приобрел современный вид. Красивый яркий фасад радует детей и их родителей. Детские площадки стали красочными, уютными, приспособленными для подвижных игр на свежем воздухе. Дети с большим удовольствием утром идут в садик, а родители со спокойствием оставляют их на целый день. Здание, конечно, оно яркое, оно красивое, оно к себе влечет деток. И на фасаде встречает «Мишутка» с распростертыми объятиями, ждет детей. Ну и, конечно, всю картину портили уже устаревший спортивный инвентарь на прогулках, и было не любо глазу посмотреть. Но для нас было чем-то восхитительным, когда мы узнали, что еще один подарок нас ждет, и еще одни приключения для детей. Мы все ждали, и, конечно, у детей теперь появились любимые горки, любимые качельки, любимые карусельки. Все это вечером ложимся отдыхать, и уже, конечно, ребенок мечтает о скорее вернуться в сад. Феноменальный ремонт, очень все красиво, очень все нравится. Детки как бы восторгом выходят играть. Даже вот когда я вызываю детей играть на площадку, они просто одеваются и просто бегут скорее как бы на прогулку, как бы все очень все нравится, в восторге, потому что как бы тут новый фасад, очень красиво, ярко, красочно здесь все, да, новые покрытия очень хорошие, тем более для таких спортсменов, как наши активные дети, все всех устраивает, качели, инвентарь, как бы, который очень хороший подался, да. Сейчас у нас везде он используется. Все дети в восторге. Смоленские атомщики много внимания уделяют воспитанию подрастающего поколения с самого раннего возраста. Они уверены, в детских садах Десногорска растет их будущая смена.